23 мая в Апатитах в связи с проведением последнего звонка и 24 мая в день традиционного славянского шествия временно ограничат движение транспорта на некоторых участках автомобильных дорог. В четверг из-за шествия выпускников автомобильное движение приостановят по площади Ленина с 13:45 до 14:15. От площади по улице Ленина до дома номер 19 с 14 часов до 14:45. И по улице Ленина от дома 13 до 19 дома с 14:45 до 16 часов. В пятницу в связи с шествием в День славянской письменности и культуры ограничение движения коснется участка от площади Ленина до церкви новомучеников и исповедников российских в период с 9:45 до 11 часов.